пум-пум, она сыграет свою стену. Уйди в сторону. Не клинчуйся с ней. Клинчи, она все будет золотая, закидывать. Подожмет вниз, закинет. Небольшой перерыв. Максим Ким корректирует технику боя своей воспитанницы. Нужно приложить совсем немного усилий. Ксения Здор привыкла побеждать. Первый бой всегда сложный. Именно эмоционально и как настроиться на дальнейшие победы. Ксения оказалась лучшей в своем весе, как и Амина Сайпова, ученица Гусейна Магомедова. Спортсменка выступает в категории 46 килограммов и стабильно показывает высокие результаты. Усиленные тренировки, как бы готовилась тоже. Результат, естественно, высокий, первое место. Отбор пройден. Спортсмены Федерации тэквондо Московской области показали отличный уровень. Теперь они будут представлять свой регион на чемпионате России, который пройдет в Одинцово с 9 по 15 сентября. Этот чемпионат такую отличительную особенность имеет, важную, то, что команда сборной, которая будет сформирована по итогам этого чемпионата, она будет представлять Россию на чемпионате мира, который был отложен из-за пандемии с этого года на следующий. Это крайне важно, потому что участие на чемпионате мира победителям-призерам дает высокие баллы в личный рейтинг, по итогам которых они попадают на Олимпийские игры. Поэтому ставки очень высокие. Олимпийские игры из-за пандемии, как говорится, уже не 4 года, а до закрытия рейтинга уже 2 на Париж. Поэтому вот этот участие на этом чемпионате мира будет определяющим. Кажется, до олимпийского золота рукой подать, но на самом деле впереди у тех, кому предстоит выступать за страну в этом виде спорта, много работы. Техничность, собранность, физическая подготовка. Необходимо будет выложиться на максимуме своих возможностей. А пока спортсмены демонстрируют мастерство на площадке. Ребята у нас хорошие, у нас очень высокий подъем пошел. Я думаю, на чемпионат России мы будем в полном составе, отберемся. Победа на чемпионате Центрального федерального округа – это только начало пути к заветному олимпийскому золоту. Болеем за наших спортсменов и желаем им только победы. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».